27 февраля ушли с мамой и бабушкой из дома. После этого не видели ни неба, ни солнца. Вообще, очень хочется выбраться отсюда, чтобы это было безопасно, чтобы никто не пострадал. Хочешь отсюда поскорее выбраться? А вы теж тут не працюєте на комбінаті? Ні, муж працює. А, муж, ви сюди. Ми там цеху працюємо. Со 2 марта. Ага. Тут ще й хотим домой. А дома, судя по всему, нет. Ну, будемо надіятися на коридор якийсь. Будемо надіятися. Тому що кушати вже закінчується. Щоб ми відсюда вийшли, побачити сонце наконець, тому що мы уже здесь как 2 месяца сидим и хочется увидеть солнце. Короче, мы с Ростиком играли в Super B. Это такая игра на телефоне. Он сейчас вот. Да? Давай. Мы бы так играли в телефон, но хочется домой, хочется солнце увидеть. Ну какие котики, это класс. Здравствуйте, мы тут это. Привет. Я увидел, что вы пришли. Вот, хотел бы кое-что сказать. Давай. Мы вот очень хотим вернуться все домой, хотим вернуться живыми, хотим увидеть своих родных там и так далее. Все, которые не поэтому очень сильно. Да.